друзья, продолжаем снимать с вами вторую часть нашего видео о том, мы как гуляем по прекрасному магазину Буму. Юра говорит, что ему уже поднадоело гулять, и поэтому мы сейчас пойдем с вами в знаменитую сторону 57. Да, Белерой. А, Белерой Бош мы еще хотели, да, посмотреть. И, в общем, покушаем эту столовую, и сейчас посмотрим, где находится этот хороший магазин Белерой Бош. Так, ну все, поехали. Кому интересно такое видео, оставайтесь с нами, будем с вами гулять, отдыхать и любоваться этой новогодней сказкой. Вот впереди, смотрите. В общем, каждая елка, Самарская, Ивановская область, каждая елка, она неповторима, согласитесь? Они все прекрасные и удивительные. Можно около каждой стоять, любоваться, делать фото, селфи. Ну, необыкновенно, необыкновенно. Вот, показываю вам все как есть. Зашли в главный гастроном номер один. Пойдемте посмотрим, что есть интересного в гастрономе номер один. Смотрите, какие конфеты. 990 рублей. Пойдем посмотрим, погуляем немножко. Икра, Юра, смотри. Вот что меня интересует. Икра осетровая. В банке полкило. 52-704. 250 грамм. 21-996. Вот икра, смотри, 11-716. Это где-то такую дешевенькую нашел. Вот, смотри. Юра нашел подешевле икру. 113 грамм за 11 тысяч. Я, по-моему, дважды в жизни ела такую икру, но уже не помню. Так, что это здесь? Вода, смотри, вода. ГУМ написано. Специальная водичка стоит 100 рублей. Водочка Онегин 1741. Шампанское. Такие цены 711. Да не пугайся, пойдем. Я знаю. Не надо пугать. Смотри, Юра, все к Новому году. Щелкунчики. Это чай. Имбирный пряник. 1200. Зато смотри, какой здесь антураж. Юра, как красиво все сделано. Вина. 1607. 1854. Пойдем, пройдемся дальше. Очень красиво. Ты посмотри, какие стеллажи здесь. Как вот все. Смотри, корзина, допустим, Юра. Сколько ж такая стоит? Чай стоит 252 рубля. Вот корзина я не вижу, сколько стоит. Но это тоже, наверное, шампанское. 9762. Цены разные. Вот смотри, Юр, как ты думаешь, сколько стоит такая красота? Нигде не написано. Просто, наверное, для украшения, да, сделали? Ну, нет, наверное, цена есть у нее. А, вот. Нет, цену не нашли, к сожалению. Душица. Так. О, чай с астрономом индийский. Смотрите, Юр, смотри, какой красивый чай. 252 рубля. Смотрите, корзины стоят с чаем. Как тебе, Юр, нравится? Ой, это такой чай. Помнишь, это грузинский, да, был такой чай байховый. Таких вообще не видела уже давно. 167. Кстати, сколько ездим на базу, никогда не попадался вот такой вот чай в таких пачечках. А здесь, пожалуйста, 167 рублей. А и вот, смотри, чай Power китайский, Юр. 5012 вот этот блок стоит. Но это, ну как, Юр, ты вот не ценитель у этого чая. Я все вот это... Это все чай, людей, смотрите. Которые находятся в другом измерении, в финансовом. Это не... А, в финансовом. Для людей в другом измерении, в финансовом. Ну ладно. А давай посмотрим, ну, как... Люди немножко приземленные. Давай посмотрим вот здесь, вот что есть у нас. О, Юра, ну за 1500 мы же можем тортик подарочный. А, кстати, подарочные тортики мы всегда покупали дома, когда жили на самом севере Сахалина. У нас, наверное, раз в две недели, мы родители нам покупали. Это был самый-самый вкусный подарочный торт. Стоит 1500. Смотрите, ну цены нормальные, 2000. Что там Юра сочиняет? Юра, иди сюда. Смотри, торт киевский, 1600 рублей. Какой он красивый. 1600 киевский. Смотри, когда мы себе позволим? Или и все еще на диете? Да нет, можно позволить. Можно позволить. Видите, Юра сказал, что позволить может. Так что он все сочиняет, не слушайте его. Подарочные наборы вот такие, 3500. А что это такое, интересно? Это шоколад, Юра? Ну, как да. Ты думаешь? Да. Или что это? Да. Символы благополучия. Небесные светила, 3000.
Это мыло. Это мыло. Мыль, этот, а, малый набор, пожелания. Туалетное мыло. Смотрите, как прикольно, а? Напишите, дорогие зрители, что думаете по поводу... Ну, понятно, что 550 рублей. А вообще, как идея, мне кажется, классно. 1900. Так. Марципан, кафе, календарь. 4354. Ну, мне кажется, иностранцы вообще все это на ура покупали, да? Марципан 219. Иван чай, смотрите, в лаптях сделали. Как же хорошо, прикольно. Это что такое? Крем, мед, облепихи. Это маленькие баночки. 145 рублей. Любую баночку можно. Имбирь, клюква, абрикос. Вот, это все, что касается меда. Вот такая, смотрите, 6,5 килограмм, 14 тысяч. Ну что? Шоколад вдохновения 168 рублей. В Ашане магазин 50 рублей стоит. Ну, 30. Юра все уже продетектил. Настоящий коммерсант. В общем, 10-30 цены. Ну да, вот шоколадки 273. Ну, Юр, здесь шоколад вдохновения 168. Зато вот смотри, какие красивые, с эмблемами Москвы. Вот, допустим, 331. 225. Не знаю, мне так вообще все нравится, все так красиво. Здесь что, мороженое, да? Манго. А вот сладости, Юра. Вот, 318 рублей лукум, смотри. Все, что мы всегда привозим с Турции, да? Все здесь можно купить. Смотри. Ой, красота. 318. Ну, кстати, это недорого, потому что в Турции за такие 10 долларов, 15 долларов. То есть нормальная цена, кстати. Похож на Турцию. Так, нашел Лену? Позови ее, Юр. Вот вдохновение, смотрите, 626. Ну, вдохновение, да, дороговато. В общем, и у меня на канале, и у Лены будет этот прекрасный гастроном. Пряники тульские. Хлеб, смотрите, 110 рублей, 90. Не могу, я хочу сладкого. Лена, я хочу сладкого. Я говорю, Юра, давай купим киевский, хочу торт. Ну, куда, Лена, дальше идем? Планы какие? Юра, иди сюда. Я умираю, хочу сладкого. Что ты будешь со мной делать? Здесь можно два кусочка взять, кстати. А там внутри это крем, да? 1800. А кусочек 252 рубля. Супер. На меня с Юрой спустились с небес на землю. 318, это 100 грамм. А я ей говорю, Юра, дешевле, чем в Турции. Хотела ему даже купить полкило. Вот как бывает, друзья. Мне нравятся вот такие самоварчики. 1271 с чаем. Напишите, как вам вообще понравилось такое видео. Смотрите, какая праздничная атмосфера. Все украшено. Смотрите, с новым 2021 годом. Ну что, пойдем сначала в столовую, потом вернемся сюда. Давай так. Столовая вон дальше. Да, к столовой 57. Самая любимая наша столовая, когда мы бываем в ГУМе, мы всегда именно здесь кушаем. Видите, последний этаж это кафе. Вот там кафе фестивальное. Здесь уже пошли магазины одежды, белье. Так, нам надо здесь с тобой, да, походить, и мы здесь с тобой точно этот магазин найдем. Смотри, нет, это не Собчак, Юр. Тебе так показалось. Похоже. Не-не-не. Видите, ГУМа, конца и края нет магазину. Ух ты, смотри, какая очередь в столовую. Аж на улице народ, смотри.
Это все в столовую. Давайте не будем стоять и пойдем дальше. Я понимаю, что это классная столовая, но огромную очередь. Просто сегодня, да, сегодня выходной день. И место хорошее, поэтому столько людей здесь. Но Лена стала в очередь. Очередь на улицу выходит. Ну, не на улицу, а в здание. Мы приняли решение не стоять такую большую очередь и решили пойти дальше. Смотрите, как раньше были, как это называется, патефоны, да? Слушать пластинки. Помните, такие бобинные магнитофоны были, такие мощные. Вот такие приемники были, настраивали волну, искали музыку, новости. Юр, ну что? Мы решили немножко пройтись, пока Лена с Ваней тут. Они решили... Всё, Лена остается, с Ваней остаются в этом кафе. В кафе, да, не остаются? Да, мы пойдем по ряду, потому что... Ну, не хочется нам много людей. Мы не хотим в очереди в это стоять, а в кафе там не тот ассортимент, который бы нас устроил. Ну да, есть столовая, есть кафе. Вот они остались в кафе, чтобы вы понимали. В общем, Юра сходил в информационный центр и узнал, где находится магазин Леры Бош. Это третий этаж, первая линия. Поэтому мы сейчас с вами пойдем и хотим там посмотреть кое-какую посуду. Ну, нам нравится посуда вообще этой фирмы, и, конечно, она дорогая, но когда мы бываем недалеко от этого магазина, мы туда заходим посмотреть, так иногда что-то себе прикупаем. Так что пойдемте посмотрим. Здесь третий этаж, одни сплошные кафе. Смотри, как красиво, да? Новогодняя коллекция. Ничего себе. Вот это новогодний. 5350 с рогами стоит. А, с ума сойти. Вот мы нашли. Пойдемте посмотрим. Полюбуемся. Но нам нравится одна коллекция, не вся посуда. Елочки. Сейчас вам покажу, что нам нравится. Так, вот наша любимая коллекция. Так, вот они с блюдцем, просто кружечки. Юр, ну вот смотри, вот это просто кружечки. Сколько стоит? 3728. Или вот такую кофе пить. Или вот такую. Вот такая, мне кажется, да? Пара, сколько такая стоит? 4232. Нравится? Красиво? Это с блюдцем? С блюдцем? Не знаю, сейчас уточним. Смотрите, какая супница красивая. Решили купить кружечки. Да? Давай. Смотрите, какая ваза красивая. Супница, тарелочки. Они вместе идут? Нет, или по одной, вместе? Конечно. Или по одной? Отдельно. Мы же вот такие покупали, помнишь? Вот нижняя. Ну, а другая только такая. Такой здесь нету почему-то. Нет, ну это не с этой. Это ваза, Юр, идет целиком. А, это разве ваза? Нет, это тарелка. Ну, вот такая у нас мы покупали тоже с тобой. Ну, другая. Ладно, берем кружечки. Сколько тарелочек стоит? Самара. Она это полностью... 170. Сейчас он 175. Сейчас евро перепало. Красивый. Нет, но мы его просто снизили цену, потому что снять с производства, чтобы не разбрелось все поштучно. Уже сервис кто-то купил себе на 6 персон. Ну что, 175. Чайники, чашки, пиалы, здесь полный набор. Все. Интересно, да, мне тоже очень нравится. Дешевле получается. И очень красивый тоже. Он очень красивый, да. Классика такая, которая из модника приехала. Точно. Юра, да, только ходить коллекции смотреть. Какая типа? Вот это, смотри. Интересно. Ценитель посуды мой, да, красиво. Таиланд в этом году закрыт, поэтому будем любоваться здесь.
ходим в один магазин, и там японская фарфор японский. Красиво. Okay. Окунаешься в такой какой-то невероятный вот его, мир какой-то. Ну, купили кружечки, другой. Кружечки. Красивые, да? Фирменные, да. Мир это, Велерой это. Очень нравится. Ну, пойдем за Леной. Пойдем. Так, выходим. Да, вечером сделаю. Слушай, красиво. Вообще класс, да? Так. Никак не выйдем, все, Юра говорит, когда же вы выйдете отсюда? Пока все елки не обойдем. Скажи, Юр, никак не выйдете, да? Да? Я говорю, никак не выйдете, скажешь. Гуччи. Магазин. А Юра говорит, выйдем, говорит, дойдем до конца. Я имела в виду, что пока все разглядываем. Bosco Family. Красиво все украшено, конечно. Наряды. Какая обувь, смотрите. Мне кажется, очень удобные, да, вот эти туфли на таком каблуке. И толстая такая подошва. Вот мне такая обувь бы подошла бы. Так, ну мы с вами выходим. На улице, кстати, уже потемнело. И мы сможем с вами посмотреть новогоднюю инсталляцию. Так. Магазины все, конечно, классно. Ходить, не переходить. Но здесь бы, знаете, удобно. Была бы раздевалка, разделся. И мы бы с вами ходили, все смотрели. Сами видите, вышли на улицу. И все уже загорается огнями. И мы с вами сейчас пойдем дальше гулять, наверное, в заряде. Сейчас посмотрим, куда лучше. Смотрите, как же здесь красиво, да? А сейчас, чем темнее становиться будет, тем будет лучше. Видите, как очень быстро темнеет. Так, ну на Красную площадь мы уже с вами не пойдем, потому что мы там сегодня были. Мы идем туда, в заряде. Спускаемся и по пути вот идем и с вами рассматриваем, что мы видим по пути с вами. Экскурсионные автобусы. Красивая, смотри, брусчатка, да? Прямо все так. Здесь, видите, наверное, только специальный транспорт может проехать. Храм, да, какой красивый, Юр? Он вообще такой, как рисованный, как ненастоящий стоит. Я всегда им любуюсь. Мне он очень нравится.